Без увечий и несчастных случаев. Компания «Казмунайгаз» внедряет новые подходы в обеспечении безопасности на производстве. Кто и что защитит жизнь и здоровье работников, узнала моя коллега Гульнара Хасан. На одной площадке первые лица всех дочерних организаций компании «Казмунайгаз», представители холдинга «Самрук Азына» и иностранные эксперты. Обсуждать сегодня будут ресурсы не нефтяные, а, пожалуй, самые важные – человеческие. Впервые в компании проходит форум, посвященный безопасности труда. Я работаю безопасно не потому, что меня заставляют. Я работаю безопасно не потому, что так написано в книгах, а я работаю безопасно, потому что я не знаю, как по-другому работать. И вот это самая большая проблема. А преодолевать это надо через лидерство. Лидерам, то есть первым руководителям, вновь напомнили. За жизнь и здоровье каждого работника в ответе именно они. Посещать производственные объекты и быть примером во всем – их обязанность. Тем не менее, по данным статистики, порядка 80% несчастных случаев на производстве происходят по вине самих работников. Главное, отмечают эксперты, сделать меры предосторожности безусловным инстинктом. «Казмунайгаз» планирует и в настоящее время внедряет особую культуру по охране труда, здоровья, техники безопасности. И очень высокие стандарты, планка задается. Наша задача – перенять самый передовой опыт, который внедрен в крупнейших мировых нефтедобывающих компаниях. Передовым опытом на площадке форума поделились иностранные коллеги. А в завершении встречи все руководители подписали личное обязательство о лидерстве в области охраны труда. Гульнара Хасан, Наурыз Базаров, 24KZ, Астана.